А еще мы приехали в эпицентр. Вот какая красота разная продается, да? Свечки, смотри, какие красивые. 339 рублей эти подушки. Не рублей, гривен. Какая разница? Большая. Стаканы медовые 500. А тут еще такой есть. Ой, не говори. Ой, какой миленький. А ну покажи, что это вообще такое. Я не знаю. Ой-ой-ой. Это монстрик. Реально мягко. Это мячик. Ага, там мячик внутри. Классные какие, да? Ой, покажи, что это? Ух ты! Так это ж не спираль. Конечно. Хочешь своим подружкам две штучки выбери кому? Давай. Я выберу своей подружке Милане вот такую. Себе я возьму вот такую. А, ну и своей подружке еще, как там я забыла, София. Подарю. Оп. 270, а это 218. Вот какой, да. Наборчик красивый, да? Еще вот такие есть. Ну ладно. Единорожки, линеечка. Ух ты, там тут все. Линеечка и такая соба с брелком. Заходим в царство елочных игрушек. Ой, боже. У нас уже такая была штука. Давай, пойдем. Я мечтала о такой игрушке. Ничего себе. 2000. Будешь такую лялю? Привет. Ну что, заходим, девчонки? Конечно, я исполню твое желание. Пошли, пойдем. Вау. Олень? Олень. У Дедушка Мороз какой красивый. Все, пойдемте. Гирлянды. Какой класс. Сколько тут всего интересного. Ой, смотрите, какая елка огромная. Вон какая красивая. Идем. Цель, поглази. Какая елочка красивая. Вот какая красота здесь. И уже тигрята продаются полным ходом, да? 219. Это ты такие глазастики любишь? Да, я очень люблю такие мягкие игрушки. У меня их дома почти скоро завалишься. Да. Кстати, так, ребят, вы знаете, почему тут все игрушки эти тигры? Потому что следующий год тигра. Что? Идем туда посмотрим, фонарики. Сережа, пошли в фонарики сходим. Ребята, смотрите, солнышки. Какая милота. Вон они, папа. А смотри, какие снеговички красивые. Ух ты. О, купим белочку. Класс. Вау, ангелочки уже продаются. Класс, какие миленькие все, да? Ага, и Дедушки и... Морозы. Дедушки Морозы. А еще тут снегурочки. Ой, простите. Смотри, какие олени красивые, единороги есть. Ух ты. Вау,
я бы хотела, если бы эта фигурка была бесплатная, я бы взяла ее и понесла завтра в школу. А смотри, здесь какие миленькие все. Привет, мистер Оленюшка. А это кто? Ребят, Снегурочка. Ребят, если вы знаете, из какого это мультика или кто это. Это Снегурочка. Ну, моя мама думает, что это Снегурочка. А я вот не совсем уверена. Да, точно. Смотрите, бе-бе-бе, я ничего не вижу. Так, пойдемте посмотрим еще фонарики. Мы сейчас будем выбирать. Фонарики. День-день. Это гномики? Наверное. Это гном фест. Ты что? Да. Ты 349 рублей. Гривен. Ты что? Миленький такой, да? Да, такой миленький. И грузик у него тоже есть. Ой, какая красота вообще продается. Искусственную не будем брать елочку. Ну пойдем. Все, выходим, идем покупать то, что нам надо. Решили поискать гантельки себе. И ты тоже занимаешься спортом? Так. Нам нужны обои однотонные. Нам однотонные, но яркие. Желтые и розовые. Да. Без рисунка. Нам предложили один рулон 1600 гривен. Мы, конечно, подумаем, но... За два рулончика 3000 явно никто платить не будет пока что. Поэтому мы пошли поискать то, что нам подойдет в районе 500 гривен за широкий метровый рулончик. Вот, смотри, какая красота. Это, правда, совсем детская, но ничего. Да, это... На метровая, дочечка. Вот, смотри, Сереж. Вот розовые. Такая же текстура у тех единорожек. Метровые. Смотрим, смотрим, ищем, ищем. И пока мы ничего не видим. С блестками. Ух ты! Берем, 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 берем. Это то, что нам надо. Круто, классно, вау, ю-ху! 570. Хорошо. А вот розовые можно взять или другое возьмем? А, розовые надо нам поярче цвет. Класс! Тебе нравится? Да, вот это прикольно. Обалдеть, мне очень нравится. Берем эти. И нам бы еще, конечно, взять какой-то розовый, может... Ух ты, какая у тебя ручка! Ну, вон фиолетовые какие-то я вижу. Да? Фиолетовый угнетающий цвет для нашего папы. Ну, не будем тогда, хорошо. Вот, смотри, какие розовые, класс!
Так они с рисунком. Ну и что, пускай будут одни с рисунком на угол. Это прям, где девочки спать будут. Да? Тебе нравятся вот такие? Это да. Подростковые, видишь, и лолки тут. Стой, а давай посмотрим цену. Все. 470, отлично. Берем? Да. Вот такие розовые? Не, вот такие. Подожди, дочь, подожди. Стой, не вытягивай. Вот такие ты хочешь? Да. А ну, раскрой, давай посмотрим рисунок. Там есть закрученные. Ой, какая милота, ну прям вообще. О, вау. Берем? Блогерские обои, видишь? Да. Берем, 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 берем. Какой берем? Или вон еще есть? Нет, то взрослые. Это взрослые. Вот эти крутые. Ульяночка, берем? Да. Берем, берем, берем. Все. С обоями мы определились не за 1600, а за 500 и за 400, это отлично. Нам нужен обычный клей. Вот у нас какой был? Вот такой? Хорошо. Винил. Я так и хотела винил взять, бо он розовый. Так, есть. Девчонки, начало есть. Да, доча? Ой, какая ручка у тебя красивая. А у меня вот такая будет. Так, дальше. Круто. Все, едем в елочный отдел. Елочный? Угу. По-настоящему. Да, вот такой красивый, да? Это не по-настоящему. Нет, это такой искусственный. Пойдем, мы будем тебе парик искать. Восставных свят! Папа наш выбрал салют девчонкам. Вот, за 488 будем потом смотреть фейерверки. Тут есть вот еще такое, что такое? Ульяночка, положи, пожалуйста. Блескалка. Не надо. Это так... Ну все, в общем, пойдемте все. Дальше. Так, а мы, кстати, сюда, наверное, заехали, смотрите. Дождики, вот там парики должны быть. Пойдемте, пойдем, 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 пойдем. Вот, а хлопушки разве нам не нужны? Это же классная хлопушка. Давай две таких хлопушки. Возьмем. Давай, берем. 25 пострелей. Сколько? 361. Хорошо. А что это? Серпантин. Серпантин. Да, это такой серпантинчик. Где? Какой? Вот такой. Ох, ничего себе, какой красивый. Он больше, чем вот та огромная елка стоит. Вот мы нашли фотозону тут красивую есть. Да, для деток можно фоткаться. Оп. Давай, но вот этого к маме тихо. Нет, вот. Так, девчонки, быстренько берем по игрушке. Ну, жди, 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 жди. Нет, по маленькой игрушке. Это очень дорого, доча. 1500, ты что, прикалываешься? Куда? Сейчас упадет. Ты себе взяла? И сколько он стоит, интересно мне знать. Может, вот такой шар? Вот такой, синий. Вот такой? Да. Это очень дорого, 500 гривен. Тебе нужна собачка? Да, будет. И что он умеет? Скакать? Гавкать? Он умеет гавкать. Гав, гав. Магаши. Это вам на двоих? Нет, 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 не на двоих. Это моя будет. Это моя будет. Нет, это очень дорого. Пойдемте еще посмотрим, что там мою. Еще. Ульянушка. О, собачка. А ты какую хочешь собачку? Такое, бегаю.
Ой-ой-ой, стой. Стой, стой, стой. Давай мы тебе сейчас посмотрим, что. Давай. Мама, тут еще в подарок какая-то косточка есть. Лялю такую хочешь? Да. Покажи. Что она умеет, ляля твоя? Ляля просто сидит. Лялечка просто сидит, да? Так. А как эта собачка гавкает? А как? Ну там включать надо, и она будет гавкать. Где? О, можно я завтра в школу ее возьму? Ляля такая. Это сколько ляля? Это дорого ляля стоит. А пойдем вон, смотри, вот тут еще целая куча игрушек. Ой, господи. Леди-баг! Леди-баг. Ну, это тоже дорого, дочь. А не давай не тебе могу. Посмотрим что-то интересное. Давай вот такое. Может, вот такое возьмем? А что там внутри? Мама, это хочу, я хочу отделать. Вот, смотри, что там внутри, мама. Внутри? Мама. Мама. Да. Угу. А, такая миленькая кошечка. Смотри, что эта собачка еще у меня. Я увидела. Мама. Вот это ты хочешь? Да. Так, давайте определимся, что ты берешь. Это что это? Собачка еще пищать умеет. Покажи, дай собачку, дай собачку. Да нет, нет. Это кому-то другому собачку. Я вот это хочу, мама. Вот это хочу я. Что ты взяла? Покажи, какую-то ты ракушку взяла. Вот, вот что тут должно вылупиться из этой ракушки. Еще собачка у тебя есть, да? Да. Ребят, смотрите, какая у меня собачка миленькая. Еще я такая. Мама. Сейчас, дочка. Я завтра ее в школу возьму. Ну что, ребят, всем пока-пока.